прав был наш великий словесник Черномырдин. Никогда такого не было, и вот опять. Никогда я не снимал обзоры своего участка в такую позднюю пору. Хотя пора, может быть, и не совсем поздняя, просто пора уже снежная и пора уже зимняя. Сегодня 26 ноября. Лежит легкий снежок у нас в деревне. Дорога на станцию Красный Рог обслужена. Пусть не выметена сегодня, но, по крайней мере, проехала машинка и ее всю посыпала песком. Мы тоже начинаем потихонечку убирать придомовой снег. Вот с утра встал, чуть-чуть махнул лопатой, потому что снега уже, ну, сантиметров 5 лежит. Так что пойдем посмотрим, что у нас делается во дворе в такую погоду. Во дворе вот так. Машина за ночь слегка покрылась снегом, да и двор припорошила. Так что зима идет себе потихоньку. Самое интересное, что можно сейчас наблюдать, это как переносит зиму моя теплица. Мысль была разная. Была мысль ее разобрать в зиму. Потом мысль пришла, а что бы ее не дать попробовать, вдруг она выдержит. Пленка в зиму натягивается и даже сильно натягивается. Правильно, летом она ставится по-теплому и болтается, а зимой она натягивается. Поэтому тепличка стоит. Кстати, в тепличке влажно. За счет чего влажно, не очень понимаю. Это ощущение, что сыпется вроде только с этих, с крыши. Но крыша сейчас промерзла. На крыше снег. Чем убирать снег, у меня есть. Вот это вот прибамбасина огромная. Такая рогатулина. Вот ее, если посмотреть, вот так вот постучишь. По пленке, и снег с крыши съехал. То есть, если захочется снег убрать, его убрать можно. Ну, вот так вот. Сейчас приду, просто с руками так неудобно. Поубираю немного снега. Так что, так вот выглядит тепличка в зиму. Скорее всего, выдержит. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Здесь сарай. Ну, сарай, естественно, зиму выдержит, но дело не в этом. Сарай сделан под зиму. Верх, где у нас образовывались дырки, обтянут тканью. Сам сарай закрыт. Заходим в темноту, камера адаптироваться должна. Здесь он перекрыт. Есть двери на вход, через которую я зашел. И есть двери на выход, через которую сейчас выйду. Это перед домом я выхожу. Вот такие дверные композиции сделаны. Верх открытый. Я временно затянул тканью. Подозреваю, что это временное превратится в постоянное. Но это нормально. Эта дверь закрывается просто на задвижку. Раз, и все, и задвинули. А дальше идем на выход из сарая. Вторая дверь сделана на замке. Замки я ставлю не столь от воров, сколь просто для удобства открывания-закрывания. Ставить замок несложно, а потом просто удобно пользоваться им, и все. Остальной двор в снегу. Даже не знаю, идти ли показывать, что дальше, но пройдусь, дойду до конца этого двора. Вот так вот выглядит двор. Куда ему деваться, зима? Все в снегу, все, что было посажено
под зиму, под снег благополучно занесено снегом, а двор вот такой. Иди туда, не иди туда, он все равно будет снежный. Вот как-то так, друзья мои. Зимний обзор, хотя это еще не совсем зима, хотя это уже почти зима. Зимний обзор в моей деревне. Снег, еще тепло. Дальше должно холодать до минус 10, пока где-то минус 2, 3, 4, 5. И, соответственно, будет у нас уже здесь нормальная зима. Все, пожалуй. Как-то так. Пока-пока.